Нужно намного ниже. Вот так. Я думаю, интереснее всего постараться передать на фотографии личность модели. И это всегда непросто. Для успешной съемки важно доверие. Все упирается в общение и психологию. Так ты добиваешься лучшего результата, лучшего отклика. Прекрасно. Не двигайся. Профессиональный фотограф заранее знает, как будет выглядеть снимок. У тебя возникает картинка в голове, которую ты хочешь воплотить в реальность. Порой ты даже не знаешь пути и просто действуешь, невзирая на сомнения. Готово? Давай. Снято. Теперь тебе нужно сделать еще один шаг. Очень часто сложнее всего получить снимок, который кажется самым легким. Ты должна сделать три шага. Да, выглядит потрясающе. Камера 5D Mark IV идеально подходит для меня и для того, что я делаю. В ней есть пара просто невероятных функций. Можно снимать при большом значении ISO без потери качества. Можно настроить резкость после съемки. Если ты ошибся, например, глаза получились недостаточно резкими, теперь это можно исправить. У тебя просто становится больше возможностей. И каждый раз выходит лучше и лучше, так что я в восторге. Прекрасно. Было просто здорово. Фантастика. Сегодня у нас съемки в этом потрясающем месте. Мы некоторое время его искали, и оно очень необычное, эксцентричное. Как вы видите, у нас здесь целая тысяча платьев, есть восхитительные модели, а также отличный арт-директор. Каждый вносит свою лепту, чтобы все выглядело потрясающе. Так что мне просто останется нажать на кнопку и запечатлеть красоту. Качество камеры очень много для меня значит. Кажется, она у тебя в руке, но ты этого не замечаешь. Смотришь прямо сквозь нее, и она нисколько не мешает. Это не какой-то большой тяжелый ящик, а простой удобный инструмент, который позволяет быть ближе к модели. Иногда я могу очень сильно увлечься. Как будто голова начинает работать по-другому, и ты видишь все вокруг себя. Каждый отцвет, каждое движение. Все замечаешь. И даже когда я не снимаю, все равно смотрю на модель, иногда она что-то делает совершенно случайно, и ты подходишь и говоришь ей: «Вот то, что ты сейчас сделала, это очень красиво. Можешь повторить?» Именно так получаются самые искренние снимки. Это невероятно. Я каждый раз поражаюсь. Съемки могут идти своим чередом, а потом что-то случается, и все вдруг выходит качественно лучше. Это волшебное чувство. Я никогда от этого не устану.